Расскажите о идее клипа, почему все мультяшное, и что же там был за парень, главный герой? Ирочка на него запала. Главный герой – это мой муж, который хотел сегодня присутствовать, но не смог. Он мысленно с нами и на экране. Я знаю вашего мужа, он прекрасный человек. Итак, суперзвезда Сергей Зверев. Да, кстати, у мужа Татьяны бизнес такой, что кто не знает, например, да, вот я вам подсказываю, у кого болит печень, почки, кто перебухал, все к нему. Тут у многих у него болит. Есть такой аппарат, садишься, вот у кого простата, у кого там все эти дела, садишься, встаешь через 10 минут здоровый. Интересно. Да, я у него был. Благодаря Татьяне я к нему попал. У Светки был. И она прям вылечилась. Быстренько, 10 минут, реально? Реально, 10 минут ровно. 10 я так был. Что приходите. Сильно. Как еще называется аппарат? Экзомассаж. Чтобы запомнили, экзомассаж. Экзомассаж. Сначала, это как токи, как такое впечатление, да, токи какие-то. Пробивает все. 3 дня ты какие-то боли есть, но все отпускает. Удивительно. Да, там очереди стоят такие, что просто конец света.